і нечинам зло. Ласка і стиль. Я, мой друг, гітару чай. Праздники, мы, конечно, еще поиграем. Вот, да, вот Александр Петрович настаивает, хотя настаивает тоже на клюкве. Вот, и он все-таки настаивает спеть знаменитый танго, написанное. Я вспомнил. Исаак Дунаевский, 1934 год. Исаак Дунаевский, как много девушек хороших исполняет. Александр Федорович Левушкин, давай, не стесняйся. Вот мы сперва сыграем вступление. Посвящается всем, кто влюбился на Новый год. Вот, отлично. Удивительно хорош, и ты поешь сердце.
все на світі жив. Тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так. Что ты умеешь так любить? Александр Леушкин, Санта-Клаус, джаз-банд, ура! Всех поздравляем с праздниками! Теперь мы для вас поиграем американскую музыку. Это замечательный человек, в чем доводите? Пусть выходит, вы же пенсионеры. У вас столько энергии, не надо сидеть дома там с луками. Выходите на сцену, пойте песни. Мы для вас сейчас сыграем знаменитое произведение, которое написал Никита Богословский, 1935 год. Песня старого извозчика. Прекрасное произведение, которое в первый раз прозвучало в исполнении Леонида Утесова. Вот, Петрович попросил его сыграть. Сейчас для вас обязательно мы его исполним. Но в любом случае вы постараетесь.
Знаменитое произведение, он всегда просит меня его сыграть, называется на Вашингтон Стрит Парад. Соло на ударных, ну ты сам просил, я говорю, соло на ударных Александр Петрович Левушкин.